Итак, мы снова с вами вместе и продолжаем наши скитания. Итак, а вот сейчас вот так. Мы, если я не ошибаюсь, то мы сейчас, наверное, будем летать на сапфире. Сейчас давайте посмотрим. Нет. Мы еще летать будем, кажется. Мы сейчас это пройдем, потом потом следующее пройдем, и в конце уже, наверное, будем летать. Хотя, я не знаю, может и сейчас даже летать будем. А, нет, не сейчас. Так Арагон и Сапфира нашли варденов, которые вылечили Арию. Но ургалы следовали за ними по пятам, готовые подавить мятеж раз и навсегда. Затея не сработала. Лучники не смогли поджечь масляные ловушки. Мы справимся. А, нет, сейчас. А вот после уже будем. Так, не допустить уничтожение вражеских башен. Не дайте маслу погаснуть. Огонь поддерживает, сдерживает ургалов. Так, понятно. Статус мы. Так. Так, понятно. Так, какой кнопкой? А, понятно. Блин. Взлетай. А, выпустить пламя. Понятно. Сейчас, куда нам надо тогда? Ой. Осторожно, скалы! Да блин, где? Как поджечь-то? Так, вон там башня. Они атакуют башню. Попал? Наверное. Как поджечь? О! Отведай огня. Не понимаю, я поджег? Как поджечь-то? Чтобы защитить башню, давайте масло погаснуть. Где вообще эти масла-то? Тихо. Есть, найдено, найдено. А, вон. Вот где оно. Вот оно. Надо не башню было поджигать, а масло, которое разлито по полу. Сжигай. Фу ты, блин. А, блин, тут мой еще есть. Ай-я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 й. Есть. И сколько нам надо? А, тут показано количество. А, нельзя туда, что ли? Ау.
Такое чувство, что мы по кругу летаем, нет? Пошли вон. Теперь мы летаем и на драконе, и извергаем пламя. Это вообще игра всех игр. Они еще и стреляются, гады. Что нам надо делать-то, я не понял. Что сейчас вообще было? Блин. Оп. Тихо. Эй. О. Как улетели-то все? Все. А нет, еще не все. Башня горит, но мы не горим. Осталось 5 башен. Не достали уже наступать. Так, тихо. Эрабон, осторожно! Я пытаюсь! Ты куда ты? Им конец. Три башни осталось. Две. Как она там крутилась? Я проиграю, что ли, сейчас? Эрабон, осторожнее. Как живи.
Так, все. Все. Две башни осталось всего лишь. Но мы сдержались. Да, миссию прошли, нашли яйцо. Да, мы все-таки дали сюда. Так, прицелься. Прицелиться, удерживать пробел, выстрелить. Что там? Так, повышай. Совет, ищите предметы, которые могут послужить целью для магии и сапфир. Понятно. Так, еще одна. На сегодня всю игру пройдем. Мы все, наверное, в этой части тоже увидим сапфиру и, наверное, самое последнее. Сапфиры победили урголов, но Гальваторикс легко не сдается. Солдаты короля атаковали варденов, и героям предстояла нелегкая битва. Так, солдаты захватили, убейте их. Ну, помогем. Триста девяносто восемь убить надо. Видите, даже показано. Триста девяносто пять. А, вот ты кто. Все замочим. Идем дальше. Упал. Но ненадолго. Так. Минутку. Меня комары закусали. Тепло стало, комары начали кусаться. Ненавижу их, о. Так, стоп, стоп, стоп. Здесь должно быть яйцо. Ой, мечник. Сложный соперник. Я его ненавижу. Его так просто ты не убьешь. Ты должно быть яйцо, а? Куда бросать? Уже меньше стало. У меня здесь ничего. Эй.
сучка. Ничего нет. Что так смешно? Тебе что надо? Ты, блин, старик сраный. Кратос поганый. У него же, как вы видели, у него полоска на лице, он как Кратос. Ой. Возможно, тут может быть яйцо. Как их открыть-то? Сука. Что делать-то? Они что наступают? Может, наверх вообще? Эй, нельзя. Может, там есть что-нибудь? От них уже устал. Во, открылось. Благодарю тебя, всадник. Где я? А вот я. Да. Кидай свой щит. Отдай! Отдай свой щит! Сами тут сами прикрываются. Звернулся там себе. Не надо было. Так, стоп. Надо проверить. В
Где же яйцо? Наверное, дальше. Нифига он покатился. Вау, вот это вот было красиво. На! Ой, что ты до сих пор 300? Что это за уроды такие? Терминаторы там, что ли? Да блин, как терминатор? Наконец-то, Сапфира хочет. Придется. Сразу минусы пошли. Так, меня немного подлагало. Ровно 300. Двести. Может, через дом? Да. Ау. А ты что такое? Скотина. Хочешь сдохнуть? А вот, наверное, где-то наверху, может, будет. Яйцо. Что-то такое помню, что в каких-то этих домах я, кажется, находил яйцо. Что такое знакомое? Что-то как будто я где-то находил здесь яйцо из домов. Надо поискать. Некуда бросать. Сейчас найдем. Здесь обыщем, сволочь.
Здесь чуть ничего нету. Она все-таки в доме. Нет тут. Так, там ничего не было, да? Ищем дальше. Они еще и живы от этого взрыва.